На! Я раздаю всем, все раздают мне. Все раздают всем вообще. Да умри ты уже, говна кусок. Нет! Это было близко. Сука! Нет! Вот так вот. А вы смотрите Perpetuous Play. Меня зовут Саша, и мы продолжаем играть The Suffering. Немножечко пострадаем, чутка. Торг, ты готов страдать? В смысле осветительный патрон? Да ты лучше батарейки для фонаря найди. Кстати, а я могу? Не могу. Сбить лампочку топором. Батарейки, в принципе, нужны к фонарику, потому что они как бы уже закончились. Но! Надо отдать должное этому фонарику. Он очень хороший. Потому что даже после того, как закончились батарейки, он продолжает светить. Это вечный фонарик. Так, где-то работает... Где-то работает этот самый проектор. Не здесь. Ага. Так! Блин, это было внезапно. Как все светло. Вам, наверное, все видно вообще, да? Ну, извиняйте, ребята, извиняйте. Я просрал все батарейки на фонарик. Я их просадил. Вот! А что вот-то, что вот? Я тут был. Тут батареек на фонарик нету. Ладушки. Да-да-да. А, так и тут я был везде. Мне нужно вырубить этот долбанный проектор, мне нужно. Как мне вырубить-то? Ага. Надо найти, где он. Так. Где-то здесь, да? А здесь закрыто, блин. Здесь закрыто, наглухо причем. Какие-то двойные зародыши были. Нет, ну так неинтересно. Неужели я там все не сделал? Позади. Мы сейчас обязательно вернемся. Руби, руби, руби! Еще, еще, еще! Нет. Ничего не выйдет. Текст, текст, текст. Надо просто найти доступ к этому проектору. Я все понял. Нет, ну я все понял. А доступ к нему хрен найдешь, называется. Да был я здесь, был, да. Там еще и свет. То есть свет, свет от молнии. Опа! Зомби-бум. Зомби-бум. Кстати. Как это я пропустил эту дверь? Как это я пропустил эту дверь? Это же возвращает нас... Самое что ни на есть начало. Где-то здесь он должен быть, проектор, который начало. Хотя, может, мне не надо. Эх, 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 эх. Этот обход здания что-то ни к чему хорошему не приводит. Я рад, да. Что я тебе так понравился. Ага. Мы друзья. Может, тебя рубануть? Ну-ка. Так, что же, где же здесь вообще? Я уже минуты две бегаю впустую, блин. Наверное, я их вырежу. Клетка какая-то нахрен. О! О! Точно. А вот зачем мне клетка? Да, блин, где я вообще? Точно, точно, точно. А я думаю, что за херь? Так, вылазь давай. Ладно, давай сюда. Еще, еще. А надо было просто всего-то голову вверх поднять. Я тут бегаю, на круги наматываю эти, блин. Серьезно, минуты три бегал, наверное. Просто впустую. Ну ничего. Все, нормально? Ты перепрыгнул. Недовоз. Все нормально, все. Давай. Опа! Так.
И вот здесь на чердачке не очень хорошо. Давайте сохранимся. Здесь прям не очень радует глаз от обстановочка. Дождик льет, молния. Что это? Это двери так себя ведут? Нет. Какая-то хер... Она меня может убить или нет? Давайте проверим ее. Классический метод уничтожения всякой херни. Что, серьезно? Классический метод не работает? Не, ну явно мне сюда. Только что здесь делать? Сейчас меня током трахнет. О! А ну давай, крути, крути, крути быстрее, сейчас же убьет. Ну давай, отпускай. Повезло. Офигеть. Наконец-то золотой век видео прошел мимо нас. Действительно. Передавать лишь звуковую часть человеческого восприятия, когда изображение может поистине привлечь зрителя. А, ну да, изображение решетки на выходе привлекает зрителя. Там какая-то тварь уже пришла. Ну, иди сюда. Иди сюда. О! А у них мочилово. А давайте я присоединюсь, ребят. Давайте. Смотри. Оп, оп. Как круто, а? Как я умею. На. На тебе. И тебе тоже. Умер? Не умер. А сейчас умрешь? Вот, молодец. А теперь тебе чуть-чуть, да? Ну, мы сейчас чуток отвесим. А у них бойня здесь, да? Давай я присоединяюсь. Вот. Вот так вот. Эй. Что ты? Что ты делаешь, а? На. Я раздаю всем. Все раздают мне. Все раздают всем вообще. Да умри ты уже, говна кусок. Нет. Это было близко. Сука. Нет. Козел. На. А, тут воняет. Сюда нельзя. Так. На. Тебе. Куда пополз? Куда ты пошел? Я тебя зажму сейчас. Все, воняет, я знаю. Нет, не воняет. Нет, ну где же ты? Сучонок, я весь в твои кровяки уже перемазался. Я тебя не вижу нихера. Где ты? Куда оно? Ай! Падла. Нет. На. По жопе тебе. На еще. Так, второй. Ах ты сучонок. Все, Торг, валим. Это была классическая мощная резня. Мне понравилось. Торг, а тебе? Правда, я даже не знаю, но вот эти суки вечно пытаются меня ширнуть какой-то херней. Так, вырубай. Вот. Наконец-то мы вырубили. Мне катастрофически не нравится, что они пытаются меня... заширять этой херней. Потому что Торг закидывается исключительно зомбиумом. Это его любимая барбитура. Так. О, кстати, о зомбиуме. Его у нас много. И это зашибись. Отлично. А фонарика у нас немного. Я нашел там 3 батареечки и все. И на этом все. А что ты... стрял головой вниз? Ну ладно. Мешать не буду, вести себе. Так, по идее, теперь здесь внизу мы очистили дорогу. Но это только по идее. Вам что-то видно? Не врубай, подожди. Это нам не надо. Во, вот здесь вот внизу мы теперь можем пройти дальше. Доктор-психоубийца нам теперь больше не страшен. Нет, страшен на самом деле. Больной на голову просто, с такими связываться. Капец, стрёмно. Наконец-то тебе удалось добраться до пиковой точки этого великого представления. Позволь мне представить нашего нового игрока. Это поразительный образец является существом... Братан, да? ...чьи преступности изменились, должно выводить тебя в замешательство. Нельзя отрицать его связи с остальными бездушными тварями, что поистине недоброкомпетентно осознать, но создавать с ними боевой экспериментальный... Опустил, называется, эту хрень, да? Серьезно? Я не хочу внутрь. Извини, но я, наверное, откажусь. Хорошо?
Что, мне теперь это доктора этого мочить? Я-то понимаю так... А он прорвется сюда, нет? А ну-ка. Я туда не могу пройти, да? Успокойся, кто. Подождите-ка, а я вышел отсюда, и теперь здесь вот эта лажа? А давай-ка начнем с вот этого. А, не берет, да, хорошо. Заходим по одному, пожалуйста. Ребята, день приемный, заходим по одному. На! Ой, закрылось все. Все закрылось. Хоп, хоп, хоп. Давай, наваливаем. Торг, наваливай. Им наваливай всем. И этому. А он скончался. На, почему? Сука. Так, нет, все понял. Я все понял. Надо расхерачить. Вот. Отлично. Эй, нет. На. Да умри ты. Вот, все. А, еще один, да? А как же мне еще один? Ага. Вижу, да. Да, вот так. Все. Да ты все закончил. Придурка, кусок такого, на! Ага. На. Почему? Торг, надо рубить. Активнее работать топором. Давай, с плеча. Обязательно, просто вот. Это мой корвалол. Сохранение, блин. Мужик, тебя освободить, да? А, ты тут для этого, для красоты стоишь, да? Ну ладно. Ты что, над ним плачешь, что ли? Да не плачь, ё-моё. Нет, так, нет. А как же... На! Катастрофическая точность у меня, да? Меткость. Попал. Страница архива «Доктор Киллер». А чё музычка-то не прошла? Встреча разума, но не следует сказать, встреча разума и неразумного. Понял. Я всё понял. Это хер сейчас упадет, да? Нет, я все понял, надо тянуть эту штуку. Давай, ты будешь ее тянуть? Нет, ты ее не будешь тянуть. А почему? Кто и так запрыгнет, Торглис? Не, ну мне ж сюда надо. Разве нет? Торг, давай. Нет. Или эту хрень отстрелить? Нет. Торг, ну о чем ты вообще говоришь мне, а? Понятно. О! А здесь какая-то херь. Почему? Еще раз нажми. Использовать силу возрождения. Опа-па. Опа-па. Возродил, называется. И что? Это брат-близнец мой. Сегодня ты достиг значительного прогресса, но помни, Торг, что бы ты ни делал, чтобы смириться с самим собой, нет гарантии того, что однажды не придется снова отправить тебя под стеклянный колпак. Да ты гонишь. Я не люблю чувствовать себя под колпаком. Мне некомфортно, там тесно. Ладно, сохраняемся. Я-то думал, туда наверх надо. Теоретически-то вот он, помостик этот. Но нет. Нет. Еще раз. Нет. Смерть в одиночестве.
Смерть в одиночестве — это полное дерьмо. О! А зомбиум — это хорошее дерьмо. Мы им закидываемся. Опа! Оп! А ну давай ты попади! О, есть! Красавчик по воронам стрелять вообще. Лабиринт, подождите. А, кстати, да. Где там этот доктор-психоубийца? Я пропустил парочку. Самая известная легенда монастыря гласит о докторе Килджое, тихом, безумном психиатре-хирурге, который заведовал лазаретом на Карнете. В ходе собственного расследования я обнаружил, что он действительно существовал. Но какие истории правда, а какие вымысел, никто толком не знает. После катаклизма я уже 3 раза видел хирурга, окруженного чистым светом и воплощающего в жизнь изображение на 16-миллиметровой пленке. Неужели это сам доктор? Ужели нахрен. Ладно, хорош. Так, новые глюки, опа. Что это такое? Это зомбак. Но мне нужны патрончики к револьверам, а их нет. А здесь что? О! А вот и они, патрончики к револьверам. Отлично. Практически полный боекомплект. Давайте закинемся зомбиумом. Там еще есть. Так. Опа! О, все! Отлично. Это кто, блин? А, это доктор. Доктор психический ублюдок. Так, и все-таки куда же мне? Сюда? Или в лабиринт? Контрольная точка. Донесение. А ну-ка, погодь. Она сейчас закроется или нет? Или она просто так скрипит? А, донесение где-то у нас? Вот здесь. Давай. Донесение. Тюрьма стала твоим вторым домом, Торг. Но какая именно? Эббот или клетка твоей плоти? Вернись в Эббот, и я покажу тебе свои удивительные открытия. Нас ждут чудеса. Иди же, времени ждет. Киллер. Доктор, сука, психа-киллер. Сначала я хочу вот здесь полазить. Я хочу глянуть, что здесь. Лабиринтец. Надо бы взять топорик. Здесь ты нас никогда не найдешь. А я за вами не побегу, я сюда пойду. О, мужичок, ты топор потерял, да? На тебе, на. Ну и сиди себе. У меня тоже топор есть. Жутковато. Так, это, по-моему, квадрат мы уже. Опа, а я вас перехитрил. Вы поняли? Ребят, вы где? Это ж детишки Торка вроде как. Так, ну мне, в принципе, не надо ни то, ни другое, да? Ладно. Выметаемся отсюда. Наверное. Или нет? Или да, или нет? Может, я там что-то не взял, а может, взял? Надо перепроверить. Ты хочешь поиграть с нами, Торг? Я с вами поиграть? А куда вы ломанулись-то, а? Короче, ни хрена там нету. Явно. Так! Ну, начинает. Вдвоем. Конечно, вдвоем. Давайте. Вылазим по одному. Мне бы огнемет! Что ли? Так, один готов. Куда ты уполз-то, а? Червяк! Давай вылазь. Вот ты падла, а?
Вот так вот, в последний момент башку снял. Отлично. Интересно, куда же ломанулся тот второй Тор? Кстати, надо пульки взять. Надо взять пулечки. Куда ломанулся второй Тор? Который в окно выпрыгнул. Или это все галюны? И там не было никакого Торка второго. По идее, мне сюда, это короткий путь. Но это только по идее. Так, так, еще один. Все, в жопу. Я понял, это бесконечность. Мне не нравится. Катастрофически. Я думаю, он меня здесь не достанет. Или достанет. А ну. А, вот так вот. Не может он. Не может он перебраться через эти ворота. Вот я доберусь до вас, и тогда вы узнаете, что такое ненависть. Кто-то скачет? Это херня. А, ё-моё! Нифига себе! Ребята пронесли. Так, что это за херня? Что это за херня маленькая? Нифига себе. У вас расклад. Так! Что это за говно? Кто ржал? Так. Блин, это долбанная птица, чтоб ты сдохла! Вот так вот. Какого хера, собственно? О, динамит-то я люблю. Слушайте, у меня такое почему-то впечатление, что эти толстяки сейчас встанут. Как вы думаете? Близко подходить не хочется, но вот этот вот шарик на цепи мне как бы навевает очень темные мысли. А я тут не был? Здесь вообще страшно. Знаете, что надо делать, когда видите кучу трупов? Идти назад. Но в нашем случае мы сохранимся и пойдем вперед. Так, так, так. А что, нормально это? Тут все так... Тетенька, братская могила. Я предложил им новый яркий мир. Как жаль, что лишь немногие пациенты выжили, чтобы его увидеть. Да? Яркий мир. Очень. Наверное, жарил их в огне просто. На большом огне. На открытом огне их жарил. О! А что это у нас здесь такое? Заначка Сергея, за Ганжа, до чего ты хороша. Эх, Ганжа, до чего ты хороша. Да, прикольно. Сергей, то возьми на косяк, остальное не тронь, Сергей. Прикольно. Вообще прикольно. Серега, ты тут всякие прикольные ништяки понаставил. Плакатики с женщинами с голыми. А тут что? Ганжа. Все та же, все тот же ганджубас. Нет, я просто уверен, что зомбиума ганджубас не возьмет. После того количества зомбиума, Торка, после того количества зомбиума, который Торк вообще употребил, для него, ему хоть килограммами жри этот ганджубас, просто вот до лампочки будет. Знаете, а я заметил не очень хорошую тенденцию. Чаще стало вышибать при сохранении. Даже не знаю, с чем связано. Синим пламенем. Кто горит синим пламенем? Пофиг. Ребята, а у меня на вас есть топор, и он на вас заточен. Вот так. Так, а там эти чуваки уже, да? Нет, они сейчас меня будут отстреливать, мне это не нравится. Я этого вообще пипец как не люблю. Иди сюда. Иди давай, конечно, конечно. Вот видишь, против топора не попрешь, поверь мне. Топор это штука, это вещь. А ты чего там делаешь, собственно? Что, купаться пошел, что ли? Сюда иди. Вот так. Как я его ударил, сам не знаю.
Но кони он двинул смело. О, мужик, ты поделишься патрончиками с зомбиумом? Молодец. Так, но мне нужно отстреливать тех дядей. Учитывая, что я даже их не вижу порой. Не попал. Задницу отстрелил. Еще один. А? Да-да-да. Все, нет? Все. Так, ну зомбиум-то мы возьмем. Проблемы какие? Эй! Как так-то? Зачем ты это сделал? Почему ты это сделал? Где ты вообще? Ага. На! Гори! Слушай, ты, может, ты утопнешь, а? Может быть? Я тебя дорубить до конца. Сколько тебя надо фигачить вообще? Но если он встал, он вполне возможно, что и неумираемый какой-то. Мало ли. Такое бывает. Ладно. Вот вы спросите, а зачем я вообще так часто... В смысле, парниша? Ты чё это? Зачем я так часто сохраняюсь? Да умри ты уже! Если при сохранении оно вышибает. Да просто по той причине, что запустить игру... Слышишь? Да, слышу. Я не помню, как я сюда попала. А мне-то почем знать, как попала? Пожарище. Так вот, загрузиться, загрузить игру намного быстрее, чем проходить все заново. Но я все еще люблю тебя. Да? Ну ладно, так и быть, я тебя тоже люблю. Опа. Бак бензина. Погоди. Нужно играть с огнем. Это небезопасно. А, да-да-да. Согласен. Так, надо вылазить. Надо вылазить, я понял. Давай, забирайся. Прыжок. Отлично, молоток. Еще один. Зашибись. Так, батарейки, батарейки. Хорошо. А, нет, это коктейль Молотова. Валим, валим, валим. Все, а ты гори там. И ты гори. А ты не хочешь гореть, да? Ну ладно. Да почему? Да как так-то, а? Гори давай. На. Да я ж тебя рубил-то. Я же тебя рубил. Ты у меня сгоришь. Гадский демон. Гореть не хочет. Так, ну ладно, нормально. А чё ты оживаешь-то, а? Давай, гори. А, все, все, ребят. Все, все, до свидания. Я ушел. Не хочу. По 25 раз вас убивать. Чё-то я куда-то не туда ушел, правильно? Пачка патронов к оружию. А, ну естественно, мне сюда надо было. Ребят, пока, пока. Давайте я с вами попрощаюсь уже по-человечески. Не-не-не. Это с вами так не попрощаешься. Вот так вот попрощаешься. Вот и все. Попрощался и ушел. И там, и тут. Я раз себе. Так. Ну ты чего? Ну серьезно? Может я расчленить? Так. Вот если расчленить их, тогда они точно не встают, как бы. Да на тебе! Просто на! Кушал! И ты тоже! На еще чуть-чуть! Хватило, все? Вот так. Зашибенски. Повоевали просто зашибительски. Что это такое? Видали? А если так? Хопа! Оу! Прям на Марс запускаем эти бочки. Ну, давай. Нет. А это не неправильные бочки. А вот эта бочка правильная? Оу! Есть! А мне, кстати, сюда надо, да? Пошли. Так. О, коктейль Молотова.
Интересно, интересно. А коктейль Молотова лучше работает, чем тринитротолуол? По идее, нет. Да вас тут много. Круто, да? Правда нравится? А давай еще вот так добавим тебе. Оп! Красиво! На! Головы нет! Вообще отлично стали, ребята! Просто замечательно! Ага! Ну да! Отойди, пожалуйста! Отойди, подвинься, блин! Ни хрена себе ты! Восставший из ада! Уйди! Так, ну нет! Вообще на тебя не действует автомат, да? Это мы из засады стреляем по нем. Да на! Да. Ну-ка, блин, половину всего боезапаса нужно автоматного потратить, чтобы их вообще хоть парочку замочить. Он дерьмовый, конечно. Ну, слабенький. Так, заряди. Ладно. Ебонище, здорово. Давай так. А то патроны, знаешь, они не резиновые, ебон. На, на, все. Ты живучий. Серьезно, ты живучий. Да все, хватит меня тут параноить. А там ничего нету. Не, ну там точно ничего нету. Ну и ладно. Нам, значит, сюда, там, где тачка стоит. Ну что ж, здесь мы, наверное, и прервемся. На самом деле все в порядке у Торка. Да, у Торка все окей с ним. Все хорошо, у него до хрена зомбиума. Патронов еще хватает, на ружье, правда, маловато. Но это фигня. Мы это поправим в следующей серии. Я уверен, мы найдем патрончиков. Ну что ж, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии. И бабай!